Больше 350 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях с начала этого года. И не всегда в случившемся виноваты водители. С улучшением погоды участников дорожного движения становится больше, а значит и рисков. Как их избежать и в каких городах страны самое опасное движение, расскажут наши корреспонденты. В Алматы установили больше 5000 камер «Сергек». Это лучшее средство для повышения дисциплины автолюбителей. Но для 2-миллионного города этого мало. С начала года здесь произошло свыше 1000 аварий. Это треть от общего количества ДТП в Казахстане. С автомобилями все относительно понятно. Превысил скорость, проехал на красный или выехал на полосу встречного движения, отвечать придется по закону. Но в Алматы есть и другие водители, для которых закон не писан. Причем в прямом смысле слова. Водители мопедов и электросамокатов до сих пор ездят как хотят. А все потому, что в МВД до сих пор не прописали правила, по которым их наконец признают транспортными средствами. Без этого они так и будут беспрепятственно ездить по тротуарам, а пешеходы продолжат уворачиваться, чтобы не угодить под колеса. Иногда страшно идти по тротуару, потому что они звонят, иногда даже не дают звонок и так пролетают на скорости. Хотелось бы, чтобы у них было какое-то отдельное место, чтобы можно было спокойно ходить. Я не чувствую себя в безопасности, когда они рядом. Меня сбили. И хорошо, что я упала хорошо, рядом с, да. Вот, с урной. Я могла бы виском удариться, но меня в скорую доставили, зашили мне голову. Дважды это было уже. За 3 месяца этого года было зарегистрировано 43 аварии с участием мопедов, в которых пострадали 45 человек. К сожалению, статистики по ДТП с участием электросамокатов пока нет. Законопроект о признании их транспортными средствами обещали рассмотреть весной этого года. Тут пока не поспоришь, весна ведь еще не закончилась. Хочется верить, что с этим не затянут. В Восточном Казахстане полицейские говорят, что в этом году количество ДТП снизилось на 20% по сравнению с прошлым годом. Но есть самые опасные участки, например, перекресток Назарбаева-Стахановская. Водители между собой даже называют его Бермудским треугольником, потому что здесь, несмотря на все предпринятые меры по снижению аварийности, ДТП все равно неизбежны. Сегодня здесь автобус столкнулся с иномаркой. К счастью, никто не пострадал. По словам полицейских, водитель общественного транспорта выехал на желтый мигающий сигнал светофора. А это еще один опасный участок города – кольцо Байтерек. В день здесь происходит по 2-3 мелких ДТП. Несмотря на то, что здесь передвинули пешеходный переход для улучшения проезда. Причинами данных дорожно-транспортных происшествий является невнимательность водителя, а также не соблюдаются правила дорожного движения. Часы пик, то есть это утром, в обед, в вечернее время. На постоянной основе здесь выставляется экипаж дорожно-патрульной полиции, который занимается ручной регулировкой. Андрей Гриб за рулем уже больше 30 лет. Водитель отмечает, виноваты не только водители. Зачастую так бывает, что мамочка идет с коляской, с ребенком, и она даже не смотрит в сторону машины. Хотя пешеход, он такой же участник движения, он должен убедиться, прежде чем вступить на проезжую часть, что это будет безопасно. Водители считают, что в Усть-Каменогорске пора установить новые дорожные знаки или уже писать прямо на зебре обращение к пешеходам. Сними наушники и убери телефон. С начала этого года в столице произошло уже 110 дорожно-транспортных происшествий. И в каждом четвертом случае виноват пешеход. В полиции говорят, что люди допускают одни и те же ошибки, которые иногда могут стоить жизни, причем не только своей. Поэтому перед тем, как перейти дорогу, даже в установленном месте, необходимо убедиться в ее безопасности. Посмотреть, что это водитель транспортного средства дает преимущество движения для пешеходов. Также в некоторых случаях бывает, что основное молодежь имеется в ушах наушники, либо одеты в капюшонах, не снимает, не убедившись, проходит проезжую часть и допускается дорожно-транспортное происшествие. Именно по вине детей у нас произошло 5 дорожно-транспортных происшествий. То есть они не переходили, а можно сказать, что перебегали проезжую часть дороги. Смертность на дорогах на прошлой неделе вызвала обеспокоенность депутатов. По данным мажилисмена Абзала Куспекова, ежегодно происходит до 15 тысяч ДТП и погибает около 2000 человек. Вот и жил до жил опад. За 30 лет в стране из-за дорожных происшествий погибли в 4 раза больше людей, чем солдат СССР во время афганской войны. Количество ДТП с каждым годом растет. Несколько лет назад этот пешеходный переход был одним из самых опасных в городе. Происходило много аварий. Ситуация изменилась только после многочисленных обращений. И здесь установили регулируемый светофор. Сейчас большой опасности нет, но тем не менее лишняя внимательность
безопасности. Бдительность на дороге не помешает как водителям, так и пешеходам.